Многодетные семьи Якутии получат в два раза больше матпомощи в 2024 году. Республиканский маткапитал «Семья» увеличит до 300 тысяч рублей. Родители получат сертификат за рождение третьего и последующего ребенка. С инициативой увеличить поддержку летом этого года выступил глава республики Айсен Николаев. Можно погасить ипотечные кредитования, либо наоборот, как первоначальный взнос. Можно приобрести машину для многодетной семьи, можно приобрести специализированную сельскохозяйственную технику, в том числе сельскохозяйственных животных для подсобного хозяйства. Можно потратить на строительство дома, на образование детей, на санаторно-курортное лечение. Также со следующего года на деньги маткапитала можно купить земельный участок или построить дом. Чтобы получить сертификат, родителям нужно оставить заявку на госуслугах или обратиться в центр «Мои документы». Сегодня в Мирнинском районе проживают почти 1500 многодетных семей.